Доброе утро! Сегодня воскресенье, погода на улице снова отвратительная. Там по-прежнему плюс 12 ветер и периодически дождь. Я сижу дома и мерзну, мне так холодно. Я, несмотря на то, что в свитере, все равно Алишер еще открывает постоянно окно, но я не понимаю, зачем он это делает. Он ходит в футболке и в шортах. У меня ноги без носков мерзнут, без шерстяных. В общем, это... Фу, погода ужасная. Я все никак не могу проснуться. Сижу такая вялая и думаю, чем заняться. Потому что погода нелетная. И не знаю, чего поделать. Ну, понятно, что по дому есть много чего поделать. Но это не очень интересно. И я сижу и сохраняю по второму разу влог, который вчера делала. Потому что Алишер вчера выключил... Ему сказала выключить программу, когда все сохранится. Он в итоге выключил, когда программа писала 100%. То есть, когда она сотый процент обрабатывала видео, он взял и все выключил. Ну, в общем, теперь она по второму кругу сохраняется, но вот 2 часа. Вот я жду, когда сохранится, для того, чтобы выложить видео. Совершила невозможное, решила выйти на улицу. Но точнее мне пришлось. У меня посреди дня кончились витамины, которые я принимаю в огромных количествах. И я иду в аптеку, сейчас буду их покупать. Сейчас уже часов 6 вечера. Я не снимала, потому что мы вот с вами поболтали. Я вам симсов показала. Ну и, собственно говоря, наверное, с 2 до 6 я играла в этих симсов. Бессовестно прожигала свою жизнь. Алишер в это время спал. Сейчас он наконец-то проснулся. У него когда выходной, он в воскресенье всегда дрыхнет. Я стараюсь ему не мешать, потому что он сейчас за двоих работает. В общем, что у меня там в симсах произошло? У этих же было 6 детей. В общем, посреди игры почему-то приехал соцработник и забрал всех детей, которые были в возрасте школьников, ну, средняя школа, 3 детей, а еще 3 детей, 1 уже взрослый был, а 2 подростки, их мне оставили. Но новых детей я уже не стала заводить, мне неинтересно. Потом, поскольку освободилось много места в доме, старший сын начал искать себе девушку. Нашел одну, они там влюбились, целовались, она переехала к нему, ну, к ним в дом, и выяснилось, что она замужем. Но решила, ладно, пускай придет ее муж в гости, и если она на виду у мужа поцелуется с этим моим симсом, то тогда у них испортятся с мужем отношения, и они смогут развестись. А получилось наоборот, что она поцеловалась с мужем на виду у моего симса. И он на нее обиделся, и, короче, у них очень испортились отношения. Ну и мне стало лень их восстанавливать, и я нашла ему другую девушку. Но она тоже оказалась замужем, там какие-то одни замужние обитают на этой карте. Но с ней меня уже прокатило, и она развелась со своим мужем и вышла замуж за этого симса. Вот. И после этого я уже перестала играть, смонтировала влог за вчера и вот отправилась в аптеку. Сейчас вернусь и буду делать уборку. Просто пока Алишер спал, не хотела шевелиться, шуметь. Еще у меня рука очень сильно болит. Я не знаю, я вчера... Ой, какие желтые кусты, смотрите. Все такое зеленое, они желтые. Странно.
я вчера потянула руку, не понимаю как. Может, когда я Рексу выгуливала, у меня прям связки болят. Вот запястье больше всего. И так неприятно. Я его последний раз зимой растягивала, когда на лыжах каталась. Видимо, опять по слабому месту. По-шатанному. Так что швабру будет неудобно держать сейчас. Вот сделала уборку, и я сегодня хотела уговорить Алишера пойти в кино на «Иллюзии обмана», на вторую часть. Мы первую смотрели, мне понравилось. Но не, сегодня я сплю и смотрю футбол. Поэтому завтра пойдем. В общем, я надеюсь, что мы завтра куда-нибудь поедем проветриться. Не знаю, у меня на примете один торговый комплекс. Можно сходить в кино. Может быть, на экскурсию, но это вряд ли. И еще в кафе посидеть. Ну, короче, сестрика выехать куда-нибудь в город. Потому что я не могу. Я сижу дома, и от этого, знаете... Ну, чем больше у тебя дел, тем больше ты успеваешь. О, как холодно. Кстати, вы меня спрашиваете, почему ты уехала с дачи? Почему ты не едешь на дачу? Люди, блин, с утра плюс 8, сейчас плюс 10, дождь. Чего там делать на даче? Это же ад просто. Вот потеплеет, будет там снова плюс 20. Я сразу туда уеду. Не буду тут сидеть. А так, я даже дома мерзну. Смотри, где-то школа. Одна из школ Сестрорецких. Но это не самое хорошее, самое хорошее дальше. Может, когда-нибудь я в какую-нибудь из этих школ устроюсь, поработать учителем. Но только с условием, если мне будут давать уроки не раньше третьего. Я одно время работала, это в школе. Мне давали уроки в 9 утра. О-о-о. Это, я не знаю, дети сидят такие. И я тоже стою, здравствуйте, дети. Вот так вот. Кошмар, честно. В другой школе работала, вот там у меня были уроки. С часа до 4. Мне так расписание ставили. Очень клево было. Я с удовольствием работала. Так, ну все. Вот аптека. Мы с вами уже дошли. Вот она, я в странной куртке. Ку-ку. Все, я справилась. Вот такие витамины мне нужны были. Магнелис B6. Через 50 рублей стоит. Очень классная штука. Она помогает от токсикоза, от судорог, перепадов настроения. Мне еще от изжоги помогло. Ну, это всем прописывают. Я по 6 таблеток в день ем. Вот тут 90. Значит, мне этого хватит на 2 недели. Да. Крутое количество лекарств. Но, что поделать. Я сделала уборку дома. Алишер приготовил кучу вкусняшек. Суп, мясо и мое любимое пюре. О, Кузьма пришел. А сейчас будем стирать собаку. Собака, ты готова постираться, да? Это хорошо. Стоять, Рекс. Рекс, иди сюда, я тебя поколотил. Фу, иди сюда. Иди сюда.
Алекса, давай прощайся. Хватит шевелить усами. Давай, говори спокойной ночи. Говори. Спокойной ночи.